Друзья, добрый день! Рад приветствовать на канале Постный Техник. Меня зовут Александр. Сегодня вашему вниманию хочу представить зерноуборочный комбайн Енисей 2004 года выпуска. В отличном техническом состоянии. Давайте пройдем, посмотрим состояние ремней, узлов, агрегатов. Сейчас, да, Сергей, сейчас я пойду, покажу обзорное видео, да, и запустим еще раз, пожалуйста. Состояние резины задней отличное. Давайте заглянем сюда. Посмотрим. Ну да. Давайте посмотрим. Сзади у нас балка без трещин, без сварки. Все хорошо, все отлично. Да, но комбайна все было поменено. Сергей, данный собственник второй данного комбайна. Сергей, давайте да, запустим его. Сейчас продемонстрируем вам работу. Делаем пропуск данного комбайна. При покупке данного комбайна было признано полное ТО. Была замена всех ремней необходимых. Была проведена двигатель, гидравлики. Вот. Демонстрируем пропуск работы. Все работает отлично. Двигатель работает тихо, стабильно, без посторонних шумов. Сразу выйти в поле, то можете приобретать у нас в агросалоне «Постный Техник» в городе Волгоград на Исторической 183, а также в Ставрополе на Коломийцева 29. В любой форме оплаты, с наличный, безналичный расчет, а также в кредит. Также у нас есть доставка в любую точку России. Поэтому, друзья, пишите, звоните, а лучше приезжайте к нам в агросалон и приобретайте данный комбайн.